Василий Пицын живет в поселке Кузоватово. Там же и лежал в больнице, жаловался на сердце и аритмию. 11 октября состояние больного ухудшилось. Стало тяжело дышать. Все признаки инфаркта. Врачи местной больницы поняли, что нужна срочная операция. Везти на машине долго и тряска опасна для здоровья. Счет шел на минуты. Было решено вызвать санитарную авиацию. Вертолет в сопровождении медицинских работников вылетел в Кузоватовскую больницу. На площадке приземлился, пациента доставили на борт. После осмотра оказания медицинской помощи взяли и доставили уже в региональный сосудистый центр, где ему было выполнено чрезкожно-коронарное вмешательство. Таким образом, силами санитарной авиации со вчерашнего дня, мы будем так говорить, улучшается качество оказания медицинской помощи. Ехать на машине из Кузоватова в Ульяновск примерно 1,5 часа. За это время в среднем можно сделать 3 таких операции. Лететь на вертолете около 30 минут. Сейчас жизни Василию Пицыну ничего не угрожает. Час времени предотвратил появление инфаркта миокарда. Говоря понятным языком, сэкономленное время сократило жизнь пациенту. Ну, полет нормальный, это 30 минут. Быстро, конечно, от Кузоватова 120 километров. 30 минут, нормально. Встретили, привезли, вот уже день стентировали сразу. То есть вам сразу стало лучше? Ну да, получше, конечно, да. Маленько дышать, полегче, да. Такие операции делаются только в нескольких городских больницах. В районных госпиталях выполнить чрезкожное коронарное вмешательство невозможно. Раньше таких больных доставляли в карете скорой помощи. Потеря времени и тряска усложняли состояние пациента. Случались летальные исходы. Врачи уверены, что благодаря санавиации получится спасти всех пациентов с подобными и прочими заболеваниями. Светлана Карпухина, Юрий Конихин, Управда ТВ.